является ведущей детского блока. Артист, телеведущий, выпускник театра-студии «Непоседы», а также финалист телепроекта «Голос дети» команда Димы Билана. А также детское Евровидение «Битва талантов», лауреат детской новой волны, обладатель премии Kinder Mus Awards, а также гран-призер многих международных конкурсов. Встречайте на этой сцене Александр Силин! Давайте погромче. Другое дело, другое дело. Ребят, песня у нас зажигательная. Давайте танцевать все вместе. Подключайтесь ко мне. Поехали. Все такие модные сегодня. Всех поздравляю с праздником!